Будущее Европы не будет решено ни в Лондоне, ни в Вашингтоне. Поэтому идею Европейского Союза нужно защищать самим, заявил сегодня министр иностранных дел Люксембурга Жан Асселборн в ходе визита в Ригу. Жан Асселборн в Риге встретился со своим латвийским коллегой Эдгаром Ринкевичем и с премьер-министром Марисом Кучинскисом. Люксембургский политик является и министром по делам миграции Европейского Союза. Европа должна существовать дальше. Это мирный проект, и нам надо делать все, что мы можем. И Брексит не является единственным вызовом. Вызовы исходят из самого Европейского Союза. Мы должны отстаивать права людей, законы и социальные стандарты в Европейском Союзе. Оба министра признали, и европейская, и трансатлантическая безопасность имеет важное значение для военного альянса НАТО. И нет никаких оснований считать НАТО устаревшим, как выразился недавно избранный президент США Дональд Трамп. Я прочитал в интервью Трампа о том, что НАТО для него очень важно. Не только то, что оно устарело. И о том, что НАТО должно и впредь помогать защищать Европу. В то же время мы все понимаем, что критика о недостаточном финансировании сферы обороны обоснована. Премьер Марис Кучинскис же сегодня отметил, что в двухсторонних отношениях с Люксембургом есть еще нереализованный потенциал для экономического сотрудничества. Сергей Герасимов, Данис Лацис, Латвийское телевидение.